Suzuki Jebel 250. С левой стороны отсутствует крышечка, которая здесь закрывает аккумулятор. Аккумулятор под замену, а также воздушный фильтр тоже под замену. Резина передняя в таких вот трещинках. На первое время хватит поездить, но лучше поменять сразу. Тормозной диск имеет выработку процентов 30. Передние колодки желательно поменять, а задние также под замену. Задний тормозной диск с выработкой небольшой. Отбойничка нет, амортик сухой. Задняя резина, в принципе, еще покататься можно спокойно. Пробег 13 тысяч. Зеркала левого нету. Штатный набор инструментов. Вот, крышечки нет. Цепи звезда в хорошем состоянии. Заводится без проблем, посторонних шумов никаких нет.